Продолжается голосование на конкурсе «Народный доктор Московской области 2021». Выбрать лучшего, на ваш взгляд, медика можно на портале «Добродел» до 1 декабря. В борьбе за это звание участвуют более 24 тысяч подмосковных специалистов. Из них 976 врачей из нашего муниципалитета. На первых позициях сейчас известный звенигородский педиатр Василий Судьин, врачи-педиатры Юлия Дегтярева из детской поликлиники Одинцовской областной больницы и Ирина Белова из Голицынской поликлиники.